Любители ободных тормозов, я вас радостно приветствую. Хочу вам показать спушилайзер, тормак, комплектация S-Works, топовой комплектации, 52 размера, красивой расцветки космической, которая еще более будет красивей при солнечном свете днем. Как ранее сказал, тут стоит беспроводная трансмиссия SRAM RED. Самая легкая трансмиссия, карбоновый шатун SRAM RED. Тут у нас лапка выполнена тоже из карбона. Сам переключатель выглядит вот так вот. Ну и, конечно же, AeroLink тормоза SRAM RED. Очень облегченные. Вел сам, в принципе, очень легкий. Весит 6,9 кг. Обода у нас тут Raval CLX 32 RPID, карбоновые. Втулки у нас выполнены из подшипников Ceramic Speed. Здесь есть обозначение Raval CLX Ceramic Speed. Такая вот красивая эмблема тоже на стакане рулевом. Также у нас тут, помимо подшипников Ceramic Speed во втулках колес, установлены подшипники Ceramic Speed в каретке. Имеется обозначение. Карбон у нас тут Fact 11R. Предпоследняя. Предтоповая. 12-я, самая топовая на данный момент. Карбоновый подсидел. В общем, все для ультимативного гоночного аппарата. Для кого вообще может подойти этот велосипед? Байк подойдет для тех, кто предпочитает ободные тормоза, нежели дисковые тормоза. Вот. И для тех, кто живет в равнинной местности, кому, в принципе, дисковые тормоза не принципиальны. Вот. Лично я являюсь любителем ободных тормозов, так как живу в не сильно горной местности, сказал бы даже равнинной. В общем, ландшафт позволяет ездить на ободных тормозах и не нуждаться в дисковых. Если вам понравился этот велосипед, напишите нам на Авито, я с вами свяжусь. Ссылка на Авито аккаунт находится в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ждите новых видеообзоров. Я уверен, найдете свою мечту, о которой так давно мечтаете.